Дорожка бьет током, сильно греется или просто останавливается под вами во время работы, дело может быть не в двигателе и не в электронике. Причина может скрываться в стертом беговом полотне. Как выбрать полотно, на что стоит обратить внимание, какие полотна существуют на рынке Украины и за ее пределами, и, наконец, какие полотна уже более 6 лет пользуются спросом, проверены временем и лично нашим сервисом. Эти и другие вопросы, а также весь процесс производства бегового полотна от порезки до установки только в нашем видео на нашем канале Fix for Gym. Ставьте чаек, мы начинаем! Всем привет! Давайте знакомиться. Меня зовут Наталья, и я руководитель отдела продаж магазина запчастей для тренажеров Fix for Gym Shop. Перед началом видео очень прошу вас подписаться на наш канал и оставить лайк этому ролику. Это очень помогает нашему продвижению и вдохновляет нас на запись новых видео. Каждый владелец беговой дорожки, будь то хозяин тренажерного зала, либо счастливый обладатель домашнего тренажера, рано или поздно столкнется с вопросом замены бегового полотна. Законы трения, как и остальные законы физики, на нашей планете, увы, неизбежны. Что такое беговое полотно? Беговое полотно – это лента, натянутая между передним и задним валом, по которой вы ходите либо бегаете. Полотно состоит из нескольких слоев. Последним, так называемым контактным слоем, выступает слой антистатик. В полотнах, представленных на рынке Украины, он может быть синтетическим скреплением углеродистой нити или выполненным из 100% хлопка, также с добавлением угленики. Этот слой самый важный и служит для снятия статического заряда, защищая вас и дорогостоящую электронику тренажера от ударов и пробоев электрического тока. В процессе занятий на тренажере в результате трения полотна о деку, опорную доску, происходит и стирание антистатика. Это может привести к серьезным последствиям от дискомфорта при занятиях до дорогостоящего ремонта самого тренажера. Детально мы уже разбирали подобное видео на нашем канале. Именно поэтому необходимо регулярно обслуживать беговые дорожки и наносить специальную силиконовую смазку. Процесс обслуживания значительно продлит срок эксплуатации бегового полотна. Это если вкратце. А сейчас я предлагаю переместиться на производство и детально рассмотреть весь процесс изготовления полотна для беговых дорожек. Для начала полотно режется по вашим индивидуальным размерам. После того, как мы нарезали полотно, дальше его нужно порезать по зубьям, изготовить вот такие вот красивые зубцы, чтобы они были в елочку. Это все делается не вручную, а на специальном оборудовании. Далее наши полотна вкладываются в специальный пресс, где температура за 4 минуты нагревается до 165 градусов и потом медленно начинает остывать. И все это происходит под высоким давлением. Два главных вопроса, которые могут возникнуть у вас в голове. Что лучше, хлопок или синтетика? Прямой шов или косой? По поводу прямого шва есть одно мнение. Такой шов создает стук при работе. Это так, все потому, что при прохождении переднего и задних валов прямой шов бьется о них склейкой параллельно, в то время как косой проходит под углом. Но наш сервис уже на протяжении 6 лет изготавливает полотно с прямым швом. И на это есть свои аргументы.
Во-первых, прямой шов гораздо прочнее и надежнее косого. И ходит еще долгие годы после стирания антистатика. В то время как косой, я имею в виду не оригинальный, а, предположим, турецкий, который нам недавно предложили на пробу, разошелся за год, еще до стирания антистатика. Эксперимент был неудачным. Во-вторых, прямой шов примерно через 2-3 недели притирается и работает не шумнее косого. Цена такого полотна намного дешевле из-за минимальных остатков при порезе ленты. По второму вопросу, хлопок или синтетика? Наш сервис уже более 6 лет использует хлопок, так как он является 100% диэлектриком и максимально защищает ваш тренажер от статики. В то время как владельцы даже новых беговых дорожек с синтетикой регулярно жалуются на пробои током. Приобрести полотно по индивидуальным размерам вы можете в нашем магазине. Используйте промокод FIX4GYM и вы получите скидку 10%. Мы без труда и с удовольствием поможем вам правильно сделать замеры вашего полотна и изготовим его в кратчайшие сроки. И не забывайте, что мы делаем спорт вместе. Пока, до новых встреч!